Церковь меняется. Раньше в центре церковной жизни было воскресное богослужение. Конечно, это важно, но сегодня центр церковной жизни — каждый день. Потому что ведь мы не только по воскресеньям за Христом идем, мы не только по воскресеньям Ему верны. Мы каждый день идем со Христом. У нас есть своя миссия. Мы с Богом, но мы живем в нашем городе, нашем районе, там, куда Он нас помещает. Сейчас все чаще используют такие фразы. Миссионерски ориентированная церковь или церковь, ориентированная на воплощение. Что это такое? Смотрите. Бог вочеловечился. Иисус — это Бог воплощенный, Бог с нами. Значит, и мы, христиане, должны быть свидетелями Христа для других людей, не только для тех, кто рядом с нами находится. У каждого из нас своя миссия. Мы не только о себе заботимся, не только о нашей церкви, но и об окружающих людях. Это хорошая новация, хорошее новшество. Знаете, как происходит это изменение? В молодости я был уверен, что самая главная моя задача в церкви — это проповедовать. И я полнедели уделял подготовке проповеди. Я сидел у себя в кабинете и готовился. Я считал, что вот это и есть ключ для роста церкви. Потом наша церковь перестала расти. Она не росла. И знаете, что я стал делать? Я стал еще больше готовиться, еще больше проповедовать. Я стал еще больше внимания уделять проповедям. Теперь я бы в таком случае просто пошел к людям, находился с людьми там, где они находятся, в их организациях, у них на работе, где-то еще, но не в кабинете, не в библиотеке. Я бы общался с людьми. Потому что центр церковного служения — это не воскресение и не кафедра. Конечно, все это важно, но наша миссия перед Богом продолжается каждый день. Мне вспоминается одна церковь, это весьма новаторская церковь. Находится она в городе Хьюстон, штат Техас. Пастора зовут Уэст Бразлтон. Церковь называется Grace, то есть благодать. Когда мы только переехали в город Остин, штат Техас, это было в 97 году, Уэст Бразлтон был молодежным пастором. Наши дети ходили, кстати говоря, в его церковь, были в его группе. Он тогда только-только пришел на пасторское служение. И каждую среду по вечерам он приглашал старшеклассников к себе в гости на библейский разбор. И мои дети на протяжении года к нему ходили. И вот пастор, новый пастор, он не только собирал у себя детей, но приходил также в школы, беседовал с верующими и неверующими детьми, встречался с неверующими детьми. Потом, на второй год служения, он стал с ними обедать и беседовать, и стал говорить верующим детям: «Приводи с собой неверующих». А неверующим потом стал говорить: «Слушай, мы каждую среду встречаемся, чтобы изучать Библию. Можно мы всей группой придем к тебе в гости? Спроси разрешение у родителей. Закхей, надобно мне быть у тебя в доме». И вот дети шли домой, спрашивали родителей. Родители говорили: «Конечно, конечно, пусть приходят. Это здорово. И дети будут при деле, и все нормально. Тем более, дети там хорошие». Но вот что самое важное. На глазах Уэста неверующие дети приходили ко Христу.
потому что они говорили: «Я хочу быть здесь. Здесь мой дом, здесь мое место». Он понимал, что церковь — это не только воскресенье. Церковь — это каждый день. Потом Уэст переехал в Хьюстон, стал там пастором. И знаете, что он сделал? Ну вот ты приходишь в церковь, ты понимаешь, что ты у себя дома, ты играешь на гитаре, в группе поклонения, в группе прославления, все здорово. А потом говоришь: «Я хочу быть членом церкви». Вот в этом случае ты должен пройти библейское изучение, библейский разбор на протяжении целого года. Тебе там рассказывают про авторитет Библии, о личности Иисуса Христа, о Евангелии, о Троице. Ты изучаешь на протяжении года все основополагающие учения христианства. Но для того, чтобы стать членом церкви, этого недостаточно. Ты должен также рассказать свидетельство о том, как ты пришел ко Христу. И еще. Ты должен посвятить свое время в качестве волонтера на протяжении нескольких часов в неделю служению в светской, социально ориентированной организации в Хьюстоне. То есть, не просто церковь собирает, допустим, хлеб и продукты для бездомных. Нет, вы должны пойти в уже существующую светскую организацию. Церковь не просто начинает, допустим, центр душепопечительства. Нет, она направляет своих людей в уже существующие центры. Церковь не просто начинает заботиться о пациентах в хосписе. Вы знаете, что такое хоспис, да? Это место, где заботится о людях, которые находятся при смерти. Нет, человек должен сам пойти в хоспис и сам стать там волонтером, чтобы соль была рассыпана по всей земле или по всему городу. И вот сегодня эта церковь, в которой 500 человек, участвует в работе 200 добровольных организаций, которые находятся по всему городу Хьюстону, потому что церковь не ограничивается воскресением. Уэст, один из моих любимых пасторов, ему сейчас, ну, что-то близко уже к 50 годам, но у него замечательное служение. Он помогает народу Божьему трудиться в практической миссии. Пятая инновация, которую я считаю позитивной, и эта инновация напрямую связана с тем, как растет и умножается церковь, заключается она вот в чем. Сегодня здоровая церковь, динамичная церковь, растущая церковь считается таковой не просто потому, что она быстро растет, не просто потому, что в нее приходят новые люди. Конечно, это важно. Деяния, 2 глава, Бог прибавлял людей к церкви в Иерусалиме. Это очень важно. Но здоровье церкви измеряется тем, как эта церковь может умножаться. Дело в том, чтобы эта церковь, как яблоня порождает яблони, так и она порождала другие церкви. Когда-то я думал, что церковь успешна, если в нее приходят много людей. И вот, к сожалению, в Айове, в моей первой церкви, мы так и не основали новую общину, потому что я думал, что просто нужно делать свою церковь больше. Сегодня, когда мы работаем с 200 церквей, из них 21 церковь недавно основана. И каждая из них основана более взрослыми, более опытными церквями. Значит, наше определение успешной церкви исходит не только из того, что церковь должна расти численно, а из того, что церковь направляет своих людей на основание новых церквей. И потом из них получаются еще новые церкви и так далее. То есть смысл не только в прибавлении, хотя, конечно, оно важно, но в умножении. Конечно, все вы знаете Рика Уоррена, известного американского пастора. Он в книге, которая называется «Вирусоподобная церковь», рассказывает историю о том, как он основал церковь Saddleback в Калифорнии. Тогда он обещал Богу, что будет основывать, по крайней мере, по одной церкви в год. В первый год церковь очень хорошо росла, где-то было 130 человек. И вот в этот момент, когда было 130 членов, они основали новую поместную церковь.
Потом новая церковь росла, а Saddleback основал еще одну, и так далее. И они были верны этому обязательству, и каждый год на протяжении 30 лет они основывали по одной церкви. Смотрите, наша задача заключается в том, чтобы отдавать то, что нам дается. И Бог это принимает, и Бог взращивает церковь Saddleback. Кстати говоря, сейчас они даже не по одной церкви в год основывают. У них был год, в котором они основали 17 новых церквей. Получается, что наша задача не просто численный рост церкви, а умножение. В этом и состоит новация, о которой мы сегодня говорили. Умножение. ТВ-семинаре – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ну и последняя новация. Заключается она вот в чем. Все больше и больше людей понимают, что хорошая проповедь — это не просто сборник полезных советов. Хорошая проповедь возвращает нас к Евангелию. Многие из вас знают имя Тима Келлера, пастора церкви Искупитель, Redeemer, находится она в Нью-Йорке. Церкви этой около 20 лет. Тим Келлер — один из самых известных проповедников в Америке. Вы можете легко прочитать о нем в интернете. Он пишет книги. Пожалуй, именно Тим Келлер — мой любимый проповедник. Несколько лет назад я был на конференции, на которой он рассказывал о своем проповедническом служении. Он сказал так. «Как-то я спросил мою жену, когда у меня получаются лучшие проповеди, а когда так себе, посредственные?» И жена ответила, «Знаешь, милый, вот лучшие твои проповеди — это те, в которых появляется Иисус. Лучшие проповеди — это проповеди, в которых ты помогаешь нам прийти ко Христу, а не просто услышать полезные советы». Доктор Мартин Ллойд-Джонс когда-то говорил примерно то же самое. Говорил он так. «Совет — это рассуждение о том, что еще не произошло. Евангелие же — это повествование о том, что Бог совершил в Иисусе Христе. В центре Евангелия Иисус Христос. Он и есть благая весть». Иисус говорит, «Закхей, спускайся вниз, я должен быть у тебя в доме». И вот лучшие проповеди, самые действенные проповеди получаются тогда, когда мы открываем людям Иисуса Христа. А не просто излагаем им 10 шагов к счастливому браку, 40 шагов к счастливой жизни, 50 способов хорошо заработать и так далее. Конечно, все это важно. Но это не главное. Иисус — вот слава Божия. И вот когда Он в нашей проповеди, тогда она становится действенной. В этом и есть смысл инновации. Все больше и больше церквей понимают, что задача проповеди не в том, чтобы дать хорошие советы, а в том, чтобы донести смысл того, кто такой Христос.